Ватикан скрывает это от нас. На протяжении веков Ватикан был эпицентром религиозной власти, богатства и таинственности. Но они хранят тайну, гораздо более необычную, чем мы могли себе представить. Глубоко под Ватиканом, даже под архивами, находятся секретные звездные врата, портал, способный переносить людей через космос и пора. Эти звездные врата охраняются высшими чинами католической церкви и являются ключом к связи человечества с другими существами этого мира. Но откуда у Ватикана взялись такие технологии? Ранние цивилизации привыкли жить среди богов и в конечном итоге получили передовые технологии от этих существ. Древние египтяне рассказывали об устройствах, способных открывать врата в другие миры, доступ к которым был ограничен для пользователей, генетически закодированных в джедаях. Ватикан собирал эти технологии с незапамятных времен, и многие утверждают, что они также приложили руку к гибели многих цивилизаций. Но вот тут-то все становится еще более безумным. И иезуиты утверждают, что их звездные врата были подарком от этих инопланетян. И утверждают, что они были избраны для того, чтобы наследовать, направлять и влиять на ход человеческой истории. Ватикан также утверждает, что они защищают человечество от потенциально дестабилизирующих знаний.